Всем привет, с вами снова Лев, снова я в режиме крипто-крестьянина. Сзади моя любимая лопата и траншея, которую я продолжаю копать. На этот раз я один, поэтому немного чаще делаю перерывы и есть время снять такого плана видео. Давненько о криптовалютах ничего не снимал. Буквально коротенько хочу сказать, что есть мнение, что мы уже прошли дно рынка. Это тогда, когда мы коснулись цен по курсу биткоина ниже $3000. То есть есть такое мнение, я не могу его игнорировать. То есть вполне себе отдаю отчет о том, что 2019 год — это год боковика, скорее всего, год накопления, консолидации, после которого в 2020 пойдет нормальный рост биткоина, ну и, соответственно, всего крипторынка. Также недавно прошла новость, что компания Bitmain выпустила свои новые асики, а под это дело, как обычно, рынок криптовалют пампят, ну то есть создают условия для роста курсов криптовалют, ну в частности биткоина. Почему? Причина в этом достаточно простая. Асики должны кто-то покупать, и для этого должны быть предпосылки, то есть майнить должно быть выгодно. Поэтому как минимум курс биткоина должен быть таким, чтобы покупать эти самые новые асики было рентабельно. Ну, посмотрим. Ну вот я сейчас снимаю видео, и биткоин немножко подрос, то есть до $4000 мы дошли. Какие будут в ближайшее время изменения? Ну, люди ждут все-таки небольшой коррекции. Ну, посмотрим. Я склонен использовать как бы такую смешанную стратегию работы на крипторынке. То есть я после каждой просадки стараюсь немножко докупаться и пробовать приумножить биткоин за счет торговли альтами. Если это не удается по какой-то причине, ухожу, может быть, немножко в минус, то просто жду еще больше просадки, докупаясь там, и оттуда, как правило, рынок отрастает вверх. Ну, это чисто, как бы, я просто пересказываю, как действую я, то есть как действуют другие или вы. Это уже дело лично ваше. И не надо забывать, что вообще трейдинг как таковой, не только криптовалютами, но и акциями, другими активами, это достаточно рисковое занятие, и можно, ну, достаточно серьезно свой капитал не приумножить, а приуменьшить. Поэтому отдавайте себе отчет и всегда принимайте взвешенные решения. Так, что еще? Значит, все больше мы можем наблюдать, ну, это касается прежде всего крипто-СМИ, что идет позитив, идут новости, по которым мы можем сделать вывод о еще большем, еще более масштабном принятии криптовалют в мире. Ну, даже вот последняя такая, может быть, она показаться может совсем несерьезной, но вот на клавиатуре Google, короче, добавил на клавиатуру iOS знак биткоина наравне с тем же долларом, там, евро, другими валютами. То есть такие вот, казалось бы, мелочи, да, но они говорят о том, что много людей пользуются этим значком, он востребован, он нужен. Одна из вех, грубо говоря, один из этапов принятия тех же криптовалют, того же биткоина. Ну а про то, что подготовлены площадки и огромное количество способов купить, продать биткоин во всех странах, что уже даже дошло до того, что туристы уже предпочитают, многие, да, не все, но все больше предпочитать начинают биткоин доллару, потому что проще приехать в страну, проще проехать границу и в нужном тебе месте обменять, ну, те же биткоины на местную валюту. То есть это есть, это факт, и это тоже игнорировать, как бы, я лично не могу, поэтому все только будет нарастать, и то, что сейчас, допустим, на низах криптовалюты находится, это только можно воспринимать как шанс, потому что после этого пойдет рост, и этот рост, скорее всего, будет уже последним, потому что все готово для того, чтобы весь мир перешел на эту криптовалюту, такую как биткоин, да, и потихонечку от доллара начали отходить. Это есть такой прогноз тоже, то есть вы можете им руководствоваться, можете не руководствоваться, это дело лично ваше. Вот лично я на это как бы обращаю свое внимание, и мне это направление очень интересно. Считаю, что есть еще возможность закупиться биткоинами и многократно приумножить свой капитал. Ну, это имха.
Это мое личное мнение. Ну что, спасибо за внимание. Хочу также сказать, что в каждодневном режиме я веду свою группу, свой канал в сети Telegram. Ссылки будут в описании к этому видео. Посмотрите внизу. Там каждый день есть сигналы с достаточно интересного канала. Как они показали себя на практике, достаточно хорошо они срабатывают. Можете по сигналам заходить в те или иные альткоины и приумножать свой капитал. Так что приглашаю вас всех в мою группу, на мой канал. Ну что ж, на этом все. Финансового вам благополучия. С вами был Лев. Пока-пока.